Новогодняя академия волшебства впервые распахнула двери для всех желающих в минувшие выходные. Место сбора юных волшебников – здание бывшего Чебоксарского кинотеатра «Сеспель». Под Новый год в волшебство верят все – и взрослые, и дети. Дед Мороз еле справляется с исполнением желаний. Академия готова работать в праздничные дни чуть ли не круглосуточно. Специально для жителей столицы подготовлена действительно сказочная программа. Настроение поднимается еще при входе. Празднично украшенные ели, световой фонтан, ледовые фигуры создают атмосферу волшебства. Внутри же теплая семейная обстановка. На первом этаже у нас расположились два кафе. Одно – это литературное кафе, второе кафе – это семейное, где можно попить кофе, чай, согреться. А также на первом этаже расположились очень интересные фотозоны. Также на втором этаже расположился наши точки, ярмарка продаж новогодних сувениров. А также проходят мастер-классы от наших школ дополнительного образования, от детских студий развивающих. Здесь можно изготовить своими руками новогодние подарки, елочные украшения, открытки. Работают мастер-классы, где специалисты помогают освоить модные сегодня техники. Декупаж, скраббукинг. В особом почете новогодняя флористика. Мастерская Деда Мороза принимает всех без ограничения возраста. Как говорится, было бы желание. Организаторы подумали и о сюрпризе для тех, кто очень-очень сильно верит в сказку. Настоящей изюминкой новогодней академии волшебства стал вот этот трехметровый трон Деда Мороза. Здесь каждый может почувствовать себя настоящим волшебником. Юные гости могут написать и отправить письмо по главной городской почте Деду Морозу. Мы видели Деда Мороза, нам очень понравилось. Я написала письмо Деду Морозу. Теперь ждешь от него подарок, да? Да. А что ты отдала? Кто хочет получить подарок? Потому что это самый веселый праздник, и всем подарки дарят. Не то, что на 1 сентября или на 8 марта. Я написала, чтобы у меня был костюм принцессы Авроры и Барби с одеждой. Всех любителей кинематографа порадует насыщенная программа ретро-кинофестиваля. Зимние фильмы и мультики можно будет смотреть бесплатно. Кроме того, горожан ждут новогодняя танцевальная студия и серия праздничных дискотек. Мне понравилось то, что тут вот все так прикольно. А вот поучаствовал в многих конкурсах. Там вот дискотека сейчас на улице, очень классно. Конкурсы проходят. Ну, вообще много еще чего есть. Здесь очень здорово, классно, весело. Такой праздник замечательный. Нам очень нравится с детишками здесь. Здесь есть и выставки, и Деда Мороза, и такие хорошие здесь ходят персонажи. Очень интересно. Узнать обо всех праздничных мероприятиях, которые проходят в столице республики, можно будет, позвонив по номеру 60-2016. Единая сказочная служба ответит на все ваши вопросы. Принимать звонки сказочные операторы будут с 11 до 21 часа в течение всех праздников. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.